сорт острого перца на гаджалокья Индия. Это вот такой вот перчик интересный. У него мелкий перец красного цвета. Созревает он от зеленого, вот от такого цвета. Вот. Потом становится темно-темно-фиолетовый, практически черный. И уже в зрелом состоянии темно-красного цвета. Такие небольшие тоненькие стрички. Этот сорт многолетник. Высота такого перца может достигать 2,20 м в высоту. От 70 до 1,20 м. Вкус у этого перца пряный. Острота от 50 до 100 тысяч. Этот перчик можно выращивать как в открытом грунте, так можно выращивать и в теплицах. Он неприхотливый. Вот такие вот у него кустики. Вот такие вот стрички. Вяжет очень-очень большое количество перца. Очень большое. Смотрите, какой красавец. Красота. Хорош для консервации. Также его можно сушить. Листья у этого перца фиолетового цвета. Чем больше солнца, тем листья становятся фиолетовые. С обратной стороны листья зеленого цвета. Цветы тоже фиолетовые. Вот такие вот красивые цветочки. Ствол тоже фиолетовую полосочку. Растение очень крепкое. Оно раскидистое. Хорошо выращивать в комнатных условиях, в небольших горшках. Горшок подойдет в пределах 6 литров. Этот перец плодоносит круглый год. Очень-очень красивый. Стрички могут быть гораздо длиннее. До 15 сантиметров в длину. Очень-очень интересный сорт, ребята. Советую всем. Очень неприхотливый и очень высокоурожайный. Вот такие вот стрички длинные. Они могут еще быть длиннее. Он не требует формировки куста. Если хотите, можете верхушку прищипнуть. Вот, например, как здесь у меня. Вот он, где-то сантиметров, наверное, 15 в высоту. Это я чисто случайно сломал верхушку ему, когда сажал. И вот он получился вот такой вот маленький. А вот рядышком этот уже чуть побольше, чуть повыше. Вот такой вот. Отличный сорт.